Смещаемся под угол 90 градусов, отступаем с ударами, убиваем дистанцию, откидываем ноги от прохода в ноги. Наступаем противнику. Все. Наступаем, смещаемся, отступаем, защищаемся от прохода в ноги, выходим за спину противнику. Наступаем на противника, смещаемся, выступаем, защищаемся от прохода в ноги, проходим за спину. Касаемо технических моментов, значит, работаем одноименно руками и ногами, соответственно, движение левой руки – левая нога, движение правой руки – правая нога. Так и подходим, смещаемся, так и отходим. Хорошо, по поводу смещения, желательно угол подобрать под 90 градусов относительно противника. По поводу смещения стараемся это делать максимально быстро. Касаемо ухода от прохода в ноги, руки оставляем прямыми, таз откидываем, ноги максимально широко, чтобы у вас был баланс, чтобы вас не могли скинуть в любую сторону. Касаемо выхода из этого положения, опору берем на правую, либо же на левую руку и замещаем ее второй своей ногой. Ставите ее, выходите из позиции.